Что может быть актуальнее, чем тема отношений? Отношения в паре, отношения с детьми, отношения с родителями, отношения с друзьями, отношения в коллективе на работе. Мне кажется, этот вопрос очень ёмкий и как бы для всех важный. И вот сегодняшние моделирующие расстановки мы как раз проводили на тему отношений. Было достаточно весело, было достаточно много людей, 5 часов работы, ни много, ни мало, но мы провели 2 ёмкие расстановки. Плюс еще мы проработали послание рода. Каждый для себя выяснил, какое же послание он реализует в своей жизни. У некоторых послание было со знаком минусом, и мы трансформировали его в знак плюс. У некоторых сразу был положительный настрой. Все произошло великолепно. В процессе моделирующих расстановок инсайт получили абсолютно все, включая и меня как ведущую расстановок. Заместители попадали на созвучную роль своим проблемам. Клиенты получали трансформацию. Сегодняшние расстановки были не такие, как обычно. У меня получился небольшой перерыв между расстановками. Ну, примерно 2 месяца у нас не собиралась группа. И вот за это время, вероятно, это необходимо было даже для самой меня, за это время каким-то образом я изменилась, и процесс моделирующих расстановок тоже сегодня вот расстановочки показали, что я немножко по-другому начала работать, начала вести эти расстановки. В процессе с просмотром ситуации происходило очень бурное оговаривание, происходили трансформации. Не только трансформация тех людей, которые замещали, а самые важные трансформации были у клиентов. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто посетил сегодняшний сеанс расстановок. Вы все молодцы. С вами очень легко работать. Вы все очень замечательные проводники. Я получала удовольствие от того, что легко считывалась информация, от того, что легко было трансформировать все, оговаривались такие вещи тонкие, затрагивались глубинные. Мне понравилось. Спасибо вам огромное. Желаю, чтобы все ваши запросы, с которыми вы сегодня пришли, реализовались максимально близко к вашим желаниям. И, конечно, приглашаю всех желающих на следующий сеанс, который состоится в мае. Число и время вы сможете узнать в группе Фейсбука «VIP-территория». Или же в конце этого видео, в описании. До новых встреч!